В Знаменке продолжается акция «Дом со звездой». Памятные красные многоугольники как символ вечной славы и признания тем, кто сражался за родину и погиб, выполняя свой служебный долг. 13 сентября отличительные знаки повесили на дома Владислава Лапочкина и Андрея Жукова, погибших при выполнении служебных обязанностей в Северокавказском регионе. Для нас, матерей, это акция и тревожная, скажем так, и в то же время, с другой стороны, гордость проявляется. Гордость нас берет за память о наших детях. Дети уже наши никогда не вернутся домой. Но они остаются в памяти, и благодаря этой памяти они рядом, они с нами, они здесь возле нас.